Бюджетный маневр. Краевое правительство собрало сегодня на внеочередное заседание. Говорили об изменениях в главном финансовом документе края на этот год. Дополнительные средства собираются выделить на зарплату бюджетникам. Это связано с тем, что 1 июля на 21% увеличивается минимальный размер оплаты труда. Более 100 миллионов рублей планируют направить на покупку школьных учебников. Учебные пособия нужны шестиклассникам, которые переходят на новую программу. Еще 140 миллионов пойдут на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС. Изменения вступят в силу, когда их утвердят краевые депутаты. При этом деньги на дополнительные расходы уже нашлись. У нас были нераспределенные остатки средств краевого бюджета, чуть-чуть более 400 миллионов рублей. Дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета 500 миллионов рублей. И чуть более 90 миллионов – это доходы, полученные в ходе исполнения бюджета.